День первый. Я подписал контракт с ТОА. Раньше я был военным и бывшим сотрудником ЧВК Чепидаскис, но я решил начать новую жизнь, завести семью. Все пошло иначе. Мои родные умерли во время теракта, я ушел в запой, потерял смысл жизни. За кредит нужно было также платить. Но тут я увидел возможность заработать, подписав контракт с ТОА. Когда я подписал контракт, я познакомился с дедом по имени Кевин. Этот дед оказался бывшим военным и панком. После высадки я опять встретил его, и мы решили держаться вместе. День второй. Мы узнали, что на острове находятся сотни монстров, которые желают нас съесть. Мы прошли через самое опасное место острова – дикие земли. Но на тот момент мы даже не понимали опасности этих мест. Сейчас мы находимся в королевстве и пытаемся найти кров. Мне кажется, дед начинает сходить с ума. Я буду продолжать вести свой дневник для сохранения своего рассудка. За это время мы уже стали близкими друзьями. Это я с тобой согласен, Бонус. Подожди, подожди. Вот. Ой, блядь, что это там идет нахуй? Что это, блядь? Где? Мужики. Здорово. Да. Чё, не знаете, там, ну, вы здесь вот откуда? Сейчас, подожди, не вижу. Дай подожди. А чё ты страстью? Ради молодой. Эрик, ты? Подожди, ты шо ли? Эрик, ты сколько лет, Эрик? Ух, сколько я с тобой не виделся. Дай я тебя обниму. Дай я тебя обниму. Это твой, этот, бывший половой партнер? Да. Да. Почти, Эрик. Это мы с ним вместе в армии служили. Вот я тебе рассказывал, у нас было ЧВК Чепидаскис. У меня контракт кончился. А ты-то что тут делаешь? Да, ну, мне сказали легкие деньги, я думаю, Не, подожди, ты же в ЧВК был. Да. А все там, все плохо, обанкротились, да. Че, распалось, все с финансировал не очень, да? Да. Понял. Ну вот сюда, сказали, вот здесь можно поработать, вот. Только вот, как видите, с парашютом не спрашивают. Меня вспомнил, да, что я про контракт говорил с ДВА, да? Да, давай, бывай. Дай корочку. Ну вот. Ты только упал, да? Да вот как видишь, да, хромаю. Ну, вот это мой, как бы, так сказать, товарищ, он мне уже как папа, понимаешь, тут. Я когда в самолет посадили, мы же в один день с ним летели, мы в самолете разговаривали. Да, мы подвешивали вообще. Да, а потом мы упали на севере, и вместе потом с ним пересеклись. Такое просто прошли. Мы решили вместе двигаться. Не, ну здесь, понимаешь, здесь, в принципе, тут как курорт, тут ты, считай, на Бали приехал. Слушай, этот, Райан, давай на пару слов обговорим. Давай. Извини, да, на пару слов надо, извини. Слушай, ну вообще, давай ему не будем рассказывать, что за пиздец тут. Да, давай, а то не будем мальчика расстраивать. Да, просто, а то огорчится. Ну, он должен все прочувствовать сам, понимаешь. Да. Ладно, пойдем к нему. То есть, короче, мы покумекали так-то. Не, ну, здесь вообще, как бы, как на Бали. Тут еще одни моторы есть, они развлекаются. Да, если встретишь, ты подходи к ним и говори, это, можно селфи сделать? Ну, говори, здравствуйте, селфи. Ой, мужики, Че, нам здесь вечно, что ли, торчить? Я просто контрактик так-то не прочитал, я мне сказал. Да не, скоро уедем на поезде. Ну так, давай пока отдохнем здесь. На поезде, на самолете же вроде прилетели. Тут это, подводные поезда. Ну, короче, ты это, меньше знаешь. Ну, новые технологии, все такое. Что ты валяешься? Короче, сейчас пойдем, так сказать, пятизвездочный отель сейчас найдем. Это, как его, Куба. Мы не на Кубе, не на Бали, я извини, попутал. Слушайте, Куба. Давайте этот, ускорим темп. Это, понимаешь, короче, это, сейчас, это Куба, знаешь, Куба.
Ну, Кубу, знаешь, ты понимаешь, это там же коммунизм, да, коммунизм, это Советский Союз, Куба, понимаешь, тут это... Вижу, во-во-во-во. Понимаешь, здесь просто все настолько продвинулось, ну, на Кубе, коммунизм настолько продвинулся, что, ну, то есть, как бы, вообще, все бесплатно, смотри, вот хот-дог сейчас я бесплатно заварганю. Это, добрый, добрый день, можете, пожалуйста, помочь приютить? Здравствуйте. Здравствуйте. Справишь как? Да-да. Что-то они прям усиленно в пинбол. Приютить да. Неплохо. Мы только рады. Пойдем, да. Проходите. Спасибо большое. Проходите, проходите. Ой, вам бы подпрыгнуть, мужчина с красными волосами. Думаете? Да, у вас прям липучка. Ой. О, ой-ой-ой, держала. Держала. Спасибо. Здравствуйте. Да, здравствуйте, здравствуйте. Меня зовут Кэролайн, это Карл. Вот, собственно, это все Greenpeace. Я являюсь лидером Greenpeace. Мы занимаемся тем, что делаем электронику, производим бубоксы, наушники, плееры, эти мегафоны. Вот. Как AliExpress? Конечно. Да. Угу. Ой, вот. Очень приятно. Меня зовут Райан, вот моего товарища Эрик. Угу. Давно вы на острове? Относительно недавно. Много повидали, да? Надо вам что-нибудь рассказать, может, у вас вопросы какие-то? Да нет, там... Вопрос, а часто в пинбол играют с аниматорами? Ага. Да, очень часто. Очень часто. Поучаствовать. Когда-нибудь обязательно. Я, кстати, тоже аниматор. Вау. Вы можете заметить, как он странно выглядит. Рога, там, чешуя, глаза. Вот это гриб. Да. Нет, на самом деле, давайте серьезно. Никаких аниматоров на острове нет. Это особенность острова. Это не шутки, это опасно. То есть то, что бегает на улице, оно может причинить вам вред. Поэтому нужно быть осторожным. Так называемые аниматоры, которых вы могли видеть, это оборотни, вампиры и вендиго. Они очень опасны. Сейчас будет. Ебать, я что, в сказках? Так, тише, тише, только давайте без паники. Это один из приемов, который довольствуются рептилии. То есть мужчина, который рядом со мной стоял, он был раньше таким же человеком, как и мы, но вследствие мутации он теперь является рептилией. То есть это как бы не влияет на его общение к нам, так скажем. Он, считайте, один из нас, только немножко с особенностями. Вот, что еще? Вампиры, это вот эти большие, оборотни, вот эти большие волосатые, вендиги, это такие, знаете, куски мяса на ногах. Вот. Они опасны. Вот. Что еще? Так. У меня маленький вопросик такой, а вот мужчина, это была моя фантазия или вот сейчас где-то. Блять! Мой член в опасности. Да, лучше держать его в опасности. Да. Так. Ну смотрите, что еще можно сказать. Мы сейчас усердно набираем людей. То есть нам очень нужны люди, мы сейчас вооружаемся, будем заниматься в дальнейшем охотой на ту самую, тех самых аниматоров, которые вы могли видеть на улице. Вот, что еще? Ну, как бы мы с собирательством еще пока выживаем, видите, просто со временем надо подождать, может, у нас будет возможность, научимся что-нибудь поинтереснее делать, чем боксы, наушники, да, и плееры. Вот, в принципе, нас сейчас 14 человек, это не так много, половина, можно сказать, иногда спит, поэтому мы сейчас набираем людей. От количества людей будет зависеть, как мы будем проводить день. В частности, у меня планы на тренировки, и вполне... Ой, осторожно. И в дальнейшем я планирую их проводить с понедельника. У нас будет происходить... Мы будем договариваться о времени по Вашингтону, будем собираться, ходить на тренировки, проводить время вместе. Также вы можете заметить, что у нас есть единая форма, которую вы видите. Как бы я, конечно, никого не принуждаю, но на собраниях или если мы куда-то вместе выходим, я прошу надевать. Ну, чтобы нас как бы запоминали, что мы есть, потому что... Наша группа очень долго, так сказать, лежала, не поднималась. Потом сменился лидер, и сейчас я пытаюсь как-то нас поднять, грубо говоря. Вот. Блять, вы тут недавно на острове, вам про группу затирали. Может, у вас какие-то вопросы? Слушайте, немножко похуй. Ну да, это надо все усвоить. Ну, мы как бы хотели бы, можно как-то к вам присоединиться, а то нас хавают. Конечно, к нам присоединиться нужно. Мы каждому из вас выделим по комнатке. У нас как раз комната освободилась, то есть у вас у каждого будет своя комната, мы обеспечим вам пейджеры, то есть они при вас еще пока не
Пейджер это вот такая вот штучка, благодаря которой мы сможем поддерживать связь. В первое время, так как рациями мы пока не обзавелись, да и частоты у нас нет. Вот. А вы, кстати, как, вы типа братья или... Не, мы сослуживцы. Здорово, здорово. Так, ну хорошо, если вы хотите у нас остаться, это точное ваше решение. Сейчас вам Карл даст листочек, вы там просто распишитесь, и все, в принципе, от вас больше ничего не требуется. Потом мы сегодня вас переоденем, чтобы у вас форма была в сумочке наша. Кажется, там тут стоит. А вы как на этот остров попали, если секрет? Ну, чисто я, потому что жила их хуже, чем сейчас. Я с долгами расплатился. Помогите! Это наш товарищ. Вот дедушка. Это дедушка. Помогите, люди добрые. Он мне как отец. Так, какой громкий у вас отец. Слушайте, а можно мы с моим товарищем тут так на пару слов отойдем? Да, конечно. Эрик, отойдем. А я. Слушай, они. Не слушай их, они солевые, блядь. Они. Нет, они. Они ребята нормальные. Ты понимаешь, как бы они пытаются это пытаются пошатнуть твою неокрепшую психику. Да тут ты не слушай. Ну какие быстрые, ну ты сам подумай, Ну да, ну ты не обращай, вот. Ты посмотри на них броник, ты чё, ёбудал? Ты, вот, о, вот куда они поэтому... А не, это тема, ну просто все деньги на финансирование, да они на соль уходят. Да я не против, в принципе, да забей, лучше нету. Я вообще зушник, ну... Это самый лучший вариант. Ну это самый лучший вариант. В смысле самый лучший? Это самый лучший вариант. Да, это самый лучший. Может, я не знаю. Но... Не, аниматоры злые, они там это с бритвами бегают, тебе всю голову порежут. Бля, что за аниматоры? Да, такие. Ну ладно, давай вернемся. Распишись вот тут, когда меньше. Здорово. Это аниматор. Нет. А, это мальчик, мальчик. Нет, это кавказец из ММА. Да. ММА смотрел, это вот масс... этот, это, ну вот там кавказцы есть, это кавказец. Вот, образ, да, понимаешь, ну, образ. Ты не видел, ну тогда все нормально. Ты знаешь, наши кавказцы, они прям растут, ну у них волосы растут прям. Бля, куда пошел? Да не важно, это забей. Мы видим, как тут зеленый банан падает. Он обобдит вообще. Да мы видим, как зеленый банан с неба падает. Это, да, пойдем, это чилийцы, я тебя базарю. Это мигранты с Мексики. Да ладно, пойдем, я тебя базарю, это мигранты с Мексики. Снимали. Это мигранты, пойдем. Все, Павел. Да пойдем, это мигранты с Мексики, я же говорю, пойдем. Че снимать? Чилинцы, я тебе базарю. Это с Афганистана они, блядь. Да, это афганистанские дети. Дети Афганистана. Они все в грязи заросли. А что нам делать, мужики? Подожди, пока никто не видит. Пока никто не ждать, пока ждать отдыхать. Да, а завтра вот серьезный день будет, нужно поговорить. Боже, хотя бы тут. Ну, мы в номера пойдем. Да, вы можете сейчас в любой, по идее, зайти. Ну, только верхние все заняты, по низу можете в любой номер. Да, в любой соберем, окей. Там ящичков не стоит. Ассаляму алейкум, Вася. Че? Я говорю, салам. Ну, блин, из Кавказа, да? Че? ММА. Большой чилиц? Че мы? Не, пойдем. Подожди. Маленькие были, этот большой. Это с Кавказа. Пойдем, я тебе там все. Да. Просто скажи ему ассаляму алейкум еще. Все, пойдем. Чего ты говоришь, непонятно. Пойдем, это Эрик, пойдем. Просто этот подарок готовый. Да. Я обращаю внимание. Пойдем, тебя разобьем. Слушайте, мне справа нравится. Справа плотные.
Я всего тут займу. Справа нацисты вообще-то. Где Эрик? Эрик, пойдем, надо посидеть. Покубекать, да. Постепенно рассказывай информацию. Мы не на Кубе. Все, на этом все сегодня пока закончено. Можешь идти в свой номер. У меня подарок. Мы не на Кубе. Этого достаточно пока тебе, знаете? В смысле? Ну, в прямом, короче, потом спросишь, когда вырастешь. Сука, я не могу попасть на диван. У меня, видимо, со зрением херово. Ну, давай чуть больше информации там. Смотри, тут есть север. Объединенный север и... Запад, восток. И королевство. Это тебе достаточно знать, мы сейчас в королевстве. Поэтому ты по... Ну, ты иди пока спи и обрабатывай информацию. Этого тебе, в принципе, достаточно знать. Знаю, покушай, это тебе поможет. Покушай, тебе очень поможет. Это... Дай тебе... Давай так... Если хочешь больше знать... Я тебе вот это выпей. Вот прям с хот-догом охуенно будет. Ты я бы варил. С хот-догом прям офигенно, да? Ох, ёпта. Чё ж ты у меня забираешь? Только взял в руку. Ты здесь забирал. Только что забрал. Ты мне отдал. Смотри. Мне тоже, да, я хочу посмотреть. Блин. Слушай, ты мне тоже. Чёрт, ты как это там долбишь. Смотри, я тебе про что... Ты ж контракт подписал, да, ту, из-за меня, да, просто меня вспомнил. Чё, выпил? Ой-ой-ой, видно. Как ты выживаешь с этой злобой? Я ведь сам не пью. Это для профилактики, в воспитательных целях, так что, Эрик, не обижайся ещё. Мне сказали, вроде какао. Какао. Я ж зошник, ёптую. Только не курю. Это для профилактики. Подожди. Чем поклематься. Лучше стало. Ну смотри, ту, как тебе так сдалека зайти. Давай прям в самое очко заходи. Ну короче, нас наебали чуть-чуть, тут не боли нихуя. Тут не Куба даже. В самом деле это даже не аниматоры, я тебе больше скажу. Да, короче, ты же контракты за меня подписал, да? Просто меня вспомнил, я говорил про легкие деньги, да? Да. Ну, короче, нас так чуть-чуть доебали. Я сюда прилетел, а здесь вот, ну, вот эти ебаные чубаки нас чуть в первый день не сожрали. Ах ты, сука. Да долбоеб, что ты делаешь, сука? Блять, я тебя не трогал. Знаешь что? Вот за такое, смотри. Ой, подожди, тут у нас воспитательный разговор. Да, извините, пожалуйста. Короче, нас тут так чуть-чуть доебали. Короче, здесь не Куба, а вот это ДОА, короче... Короче, тут здесь... ебаки вместо аниматов. Да, здесь постапокалипсис. А они не солевые, они правду говорят, они здесь с собой... А вот эти вот обезьяны, это реально обезьяны-мутанты. Я вам так скажу. Но обезьяны не более нормальные. Когда меня перестанет штырить, не лишь один вопрос. Буду ли я это помнить? И второй вопрос. Если я буду помнить, то буду ли я считать то, что это просто наркотическое вещество? И... Какое наркотическое? Это алкоголь. Да. А шо меня так развезло? Я откуда знаю? Короче, я тебе про что? Они вот правду говорят, короче... Ну, вот тут вот так, да? Ну, короче, выбраться отсюда... сомневаюсь, что как-то получится.
Да. Ну, мы работаем над этим вопросом. Мы постараемся выжить просто. Нам мы работаем над этим вопросом. Да. Мы хотим вообще совершить госпереворот. Короче, мы работаем над этим вопросом, но никто отсюда еще не смог сбежать, поэтому... Живым. Да, поэтому... Поэтому... Ну, ты был последний раз на Большой Земле. Несколько дней. Большая Земля — это совершенно обычный мир. Вот самый такой. Ну, чтоб ты понимал. Вообще, королевство — это город. А север — это у нас округ. И еще. Тебе же карту дали, у тебя же есть карта на руках. Да, я... Открой карту. Понял, открой карту. Между королевством и объединенным сервером есть дикие земли. В них лучше не соваться, потому что там эти там гуманки... мини-баки водятся. Да. Там рейдеры, монстры. Они тебя там, быстро... Там только два... Как говорил Нил, там только два варианта. Либо ты выходишь оттуда мертвым, либо ты как бы выходишь оттуда живым, но... Ну, ни с чем. То есть у тебя все просто забирают. Ну, мы там проходили... И есть третий вариант, потом, очень потом. Редкий. Вот, очень редкий. Это когда ты целый невредим, и ничего у тебя не забрали. Но это практически невозможно. Мы как раз... Но все равно, ну, мы смогли. Это да. Нам Лил тоже это сказал. Ну, короче, давай тебе, чтоб ты чуть-чуть развеселился. Минутки веселья. Бери. Пожалуйста, не надо.